Всем гастрономический привет. В общем, модернизация трактора продолжается. Вон того. Подобрали цвет. Говорят, нельзя на старую-то краску ложить. Взяли наждачку. И такими вращательными движениями снимаем старую краску. И тут последние штрихи. Где-то не очень удобно. Ну, в принципе, готово. Наждачки еще немножко осталось. Вот. Будем красить. Какой цвет, предлагайте в комментариях.